Дмитрий Медведев сегодня занимался проблемами студенчества, в частности, жилья и вообще условий, в которых отдыхают и учатся. Глава государства побывал в университете «Дружбы народов». Студенты рассказали, что общежитием, которое пусть не новое, но не вполне довольны им, президент осмотрел еще несколько комнат, пообщался с молодыми людьми и подробно расспросил их, как быт. Побывал и на кухне, где студенты обед готовили. Дмитрий Медведев поделился с ними своими кулинарным опытом. Пасту умеете готовить? Ну, конечно. Еще конечно. Я, например, не умею пасту готовить. Я мясо умею готовить, а пасту нет. Паста такая штука непростая. С чем она будет? С томатом? Конечно. Нет, ну, может, там еще будет мясо, там, сыр. Не, у нас такая диетическая. Да. За фигурой следить. Конечно. Ну, ладно, это правильно. После было совещание. По пути туда президент пожелал всем успехов. Но в начале разговора об общежитиях Дмитрий Медведев заявил, что нужно вообще поменять подходы к их строительству. У нас, оказывается, все общежития строятся как обычные дома. Это, конечно, полное безобразие. Они берут неприспособленный городской проект, который стоит, кстати, дороже, чем обычное, может быть, общежитие, и используют для своих нужд, теряют на этом деньги. Надо объявить конкурс, значит, и, Андрей Александрович, просто предложить подготовить, ну, там, 3, 5, 7 проектов общежитий разных, естественно, и больших, и не очень больших, и чтобы вузы могли ими пользоваться. Дмитрий Медведев отметил, что необходимо создать в общежитиях комфортные условия, поскольку от этого во многом зависит уровень и качество подготовки будущих специалистов.